Кофе будешь? Ты тоже здесь часто пьешь, да, Владимир Иванович? А? Дружишь с девчатами здесь, да? А? Кофе будешь? Не, не буду. Только пили у Сурика. Куда жила? Мясной молочный магазин у нас, друзья. Муниципальный рынок. Всем здорово. Владимир Иванович здесь бошки берет поросячьи. Сердце, почки, будалышки. Кофе пьет тоже часто. В общем, вхож в коллектив сюда к ним. Каждый день заходит. Все у нас тут уже закрыто. Начальство тоже уходит. До 3, по-моему, не помню тоже. График у них какой. Ну что, дядь Вов? А? Забирай лаважды, пошли. Ну что, ваше благородие? Не уходи. А что делать? 100 рублей дать еще? Да. Кофе центральный попьешь. Или мороженое взять? Да или мороженое возьмешь. Там по обстановке, смотри. А что ты пакет не взял? Сейчас рука согреется. Руки замерзли, Саня. Перчатки надо надевать, у тебя там их несколько пар лежит. И в шифонере я видел. Итак, открой, посмотри, возьми новые, надевай. Тебе полно там, Владимир Иванович. Присылали тебе и носки, и перчатки. Майки, трусы. Все есть. Ну что, пойдем? Куда? Ну, по домам, наверное. Зачем? Или ты не собираешься пока домой? Нет. А что будешь делать? Чего-то докупить, наверное, хотел. А? Чего именно? Мороженое. Ну, в центральном возьмешь. Здесь-то нет, не продают. Едем дальше, друзья. Мы на линии.